Да, блядь, я ухожу! Хватит мне это все! Давай, давай! Страна, вставай! Голосуй, не голосуй! Все равно получишь динсу, блядь! Да, Heisentrumen Live. Ну что, добрый вечер, привет, ребят, здравствуйте, как у вас делишки? Рассказывайте, сегодня у нас лайв в интермедио передачи Illumina, но лайв будет на русском, так как я буду комментировать репортаж на русском, а на румынском, ну хоть убей, я не нашел аналогичного репортажа, и думается мне, придумается, что как-то они придумали, что на румынском увидели бы люди бы сразу бы так вот отреагировали плохо, не знаю почему, потому что я на русском увидел репортаж, говорю, вот, душераздирающий, вот, душепроникающий, быренько сейчас с вами взглянем, посмотрим. Вы такой репортаж даже не думали, что может быть в электоральной кампании. Ну что, вместе? Все готовы? Позовите друзей, давайте! Ну не тормозитесь, не керсните, позовите всех к экрану. Это будет очень приятно посмотреть, очень душевно практически. Если увидите, что у меня заканчиваются слова на русском, быстро пишите, потому что как-никак 25 лет уже как не учился этому русскому. Кстати, да, как меня зовут? Как меня зовут? А вот я даже написал, как меня зовут, чтобы все меня запомнили. А то часто вы не знаете, как мне говорить. Здесь много персонажей в эмиссионе Illumina, а меня-то зовут как-то. То есть нужно напоминать вам каждый раз. Меня зовут Нашка Иба. И каждый раз я должен напоминать и говорить вам об этом. А вот теперь увидите и будете помнить, да? Нашка Иба, запомните, пожалуйста. Я друг ваш. Хочу подружиться с вами. Ну все, не будем тянуть резину. Давайте быренько начнем смотреть репортаж. Итак, вот он. Репортаж называется «Минутка на отдых. Un minut pentru Hadina». Только один минут, то есть ты такой занятой. Весь день ты занят переписать Богоции, Перуди, Приетень. Ты занят придумывать схемы. Ты занят на Атосе пойти молиться. А у тебя нашлась одна минутка. И вот ты ответь, что ты делаешь в одну минутку? Вот, например, ты зашел в душ, и тебе сказали, через одну минутку закончится душ. Ты что делаешь? Быстро, лобешник, чтобы как-то сделать из этого душа приятно. Так и президент наш за одну минутку успел. Вместе давайте взглянем. Минутка на отдых. Тихо, говорю я, и моя черноглазая, зеленоглазая, кореглазая устрица, ты дорогая, с телеканала «Примус Молдова». Взглянем. И политикам нужен отдых и время для семьи. Игорь Дадон с женой не смогли удержаться и прогулялись по центру города в этот праздничный и солнечный день. Тихо! Вы слышали? И политикам нужен отдых. А мы-то думали, кому он нужен, блять? 2020 год. Кому нужно отдыхать? Сейчас все быстро хотят успевать. А политикам тоже нужен. А расскажите нам, пожалуйста, девчонка с телевизора. Расскажите всем у кого телевизор единственная сурс, один информари. Смотрит и говорит... О, смотри, 400 у него метра потратила буйкань кассы, а ему нужен отдых. Мерседес С-класс дела, попор платит Динбани, такспейерс, а ему нужен отдых. А смотрите, у него вырос бюджет президентуры за пару лет, ему нужен отдых. Минутка всего лишь, что вы ему прыгаете на голову? Не удержались они с Галиной. И куда пошли? Супруги задержались в сквере Штефана Челмари, чтобы насладиться прекрасным концертом, организованным в честь Дня города. Они насладились концертом прекрасным. Ты ужасная, ты... Извини, я тебе скажу в лицо. Скотина! Супруги Дадона и семья мэра столицы Иона Чебана прошли... Даже там Иона Чебана был!
А я-то думал, зачем день города, зачем примар? А там был Иона Чебана. Господин Иона Чебана, мы так рады за вас, что вы аполитический примар. И не будете никого поддерживать, не будете агитацию, пропаганду делать. Молодцы, Иона Чебана. Давайте поздравим, ребят. Поищите его в гугле, если написать Иона Чебана, нихуя не найдете, но все равно поздравьте Иона Чебана. Вот это настоящий Чебана. Дальше пойдем. По центру Кишинева Игорь Дадон оценил инфраструктурные проекты, которые внедряются в последнее время. В некоторых местах даже фотографировались. Даже фотографировались? Да как это возможно? Человек, который каждый день 14 тысяч фотографий вылаживает, даже фотографировался в день города? Да, блядь, я ухожу! Хватит мне это все! Он даже фотографировался, вам винится кредит. У него минутка на отдых была, он даже фотографировался. Ё-моё, ну как можно успеть? Как этот человек успевал даже фотографироваться? В некоторых местах даже фотографировались. Им редко выпадает провести время вместе. А меня это ебёт! А меня ебет, это слишком сильно. Вы понимаете, у нас есть люди, Игорь и Галина, которые редко проводят время вместе. Так что мы сплоченно, десятки миллионов лей должны, хопа-хопа-хопа, давай-давай-давай, чтобы они проводили время вместе, ребят. Поддержите эту пару юную, у них три детеныша, все три с пенисом, в смысле парни они, и они должны проводить время вместе, помогите им. И дальше что? Мы с имбицу дат. Они в репортаже даже пару секунд показали, как он братцем своим лунгом братцем, который он в одно и то же время, это как Ари по Вултуре, протежирует Молдову, как оперменту матчу домную. Он еще вытянул из имбицинкого дату. Он сделал фотографию. А вы говорите, он не человек. А пожалуйста, когда будет репортаж про Буртичика Курулы? Мы очень хотим узнать, что у него нету времени вообще каждый день, а вот одну минуточку на Буртичика Курулы сегодня есть. Пожалуйста, расскажите нам об этом. Он же тоже люди, он же Додон, тоже человек. Прогулка на свежем воздухе по нарядной столице была бы еще приятнее, если бы не необходимость носить маски и соблюдать дистанцию. Но пандемию никто не отменял. Блять, еще приятнее было без масок этих всяких, вот так вот. Вот еще приятнее было бы, понимаешь? Но пандемию никто не отменял, кроме как Додон с министерством Фачер Лорентерни, Наптя, Инвеста, Депашти, Цинис, Минти, Инвери, попы подошли, сказали: «Домну Додон, ну маворок, ну не амендац, ну опивой, то-то сважу тем до пасту, ну не амендац, Наптя, Депашти». А подожди, а как эта комиссия решила амендац, а Додон решил не амендац? Ну вот так вот пандемию никто не отменял. А было бы намного приятнее. В десантуре учился, там вышел в тельняге, без маски. А так пандемию никто не отменял, кроме как Додон пару раз. Ёперный, идем дальше. У меня течет, стукит, я потом вытеру экран, извините. Дальше. То обе супружеские пары были экипированы по всем санитарным правилам. Да ну, даже трусики были в этих, в крапинках. Расскажите нам, как обе пары были экипированы. А Игорь Дадон даже пришел на выручку женщине, которая забыла маску дома. Ё-моё! Он помог женщине, которая забыла. Посмотрите! Они так переживают. Из руки в рот дал маску. Красота! Вот это добрый человек. А я-то думал, как прийти... Мэй, а почему он не пришел на помощь сотням людям, которые были на храму Рашлы, когда митрополия говорила про Каперамынт? Там многие носили маску вот так вот. Подносик носили. Почему тогда не подошел и сказал: «Эй, пожалуйста, а пандемию никто не отменял. Подними вот так, пистенас». Нет, не делал. Зачем? А в репортаже сделал. Красота. Идем дальше. Так, смотрим. Смотрим. Привет, приветики.
Ох, ручки протирал. Ну это знакомое ему, знакомое активити протирать ручки. Не первый раз Дадон протирает и себе, и другим ручки. В сквере Кафедрального собора, а затем и в парке имени Штефана Челмари чиновники с супругами немного задержались. Вместе со всеми послушали выступление музыкальной. Как они успели немного задержаться? У них только минутка на отдых, а мы уже 20 минут смотрим репортаж. Как? Как они успели? Бога ради, расскажите нам. Ну? Коллективов. Пламенная. А чё написали Ион Чебан, а не Иона Чебана? Чё ошиблись? Его же зовут Иона Чебана! Вначале сказали в репортаже. Он не знал, как называть танцоров, сказал «Дой уамень». Молодец, Иона Чебана! Sub o muzică extraordinară. Și haideți împreună pe viitor să creăm un oraș în care... А здесь слушайте отлично, что он хочет, Чебана, от города. Să ne fie confortabil tuturor, celor mici, celor mari, de toate vârstele, un oraș care să emane iubire, un oraș care să emane cultură. Da, город должен всплеснуть просто эмоции, ты понимаешь? Юбире, культуры. Ты говоришь юбире, видишь Игорь Додон. Говоришь культуры, видишь Галина Додон. Говоришь юбире, культуры, видишь Иона Чебана. Ziua de astăzi, noi vom ține minte foarte bine. Și pe protagoniștii acestei zile tot îi vom ține minte. Și pe Gimpu, și pe Filat, și pe Plahotniu, și pe Lupu, și pe Додон. Отличная красота какая получается. Итак, дальше пойдем в репортаже, который уже больше минутки длится. Игорь Додон баллотируется на пост президента как независимый кандидат. Выборы состоятся 1 ноября. Что под конец репортажа про минутка отдыха ты нам сказала, кто он вообще-то? Что он баллотируется? И это не реклама электоральная? Нет, вы чудовищные комментаторы-тролли. Потому что она под конец сказала и про других. Кандидатов Андрей Настасья, Тудор Делиу, Рената Усатый, Майя Санду, Октавиан Цыку, Виолетта Иванов и Дарин Киртуаке. Ты понимаешь? И Дарин Киртуаке, и Октавиан Цыку, и Майя Санду. Только вот интересно так получается. Почему про Бортичика Курлу Игорь Додон рассказали, а почему про Бортичика Курлу Дарин Киртуаке и Майя Санду не рассказали? Дарин Киртуаке тоже в городе был. Майя Санду тоже в городе была. Почему не фотографировали? Они же тоже политики. Им же тоже нужна минутка на отдых. Как это объяснить? Меня трансформировал этот репортаж, не только трансформировал на то, что я себе порезал гыд этим лайвом сейчас, который я себе кинуирую, но просто трансформировал, я понял, как важно любить, как важно промовировать культуру, поэтому я, кстати, выгнал детей и жену на улицу в парк, чтобы мог сделать этот лайв. Но очень важно проводить время вместе, и нам этот репортаж показал. Ребят, пожалуйста, помните, любовь в первую очередь, любовь потом морковь. Я заканчиваю на этом все, целую, обнимаю, пожалуйста. Не забывайте ставить лайки в форме любви или смайлики, чтобы мне и вам весело было. И давайте, наверное, выйдем, окончим этот лайв традиционально одним кантичелом. Давайте что-то романтическое попытаемся. Хей-я! Кто же он? Кто же он? Это Игорь Додон. Он работает опять. Ему нет время отдыхать. Расскажите, расскажите, как он отдыхает в центре. Как Пибани, но Штрион. Самый лучший Игорь Додон. Не надо кидать инвидия. Нужно его сусценировать, бля. Непаленый такой репортаж. Как мы его будем лимба в бук. Иногда не получается рифма, потому что слова отсутствуют изо рта. Но зато есть чувство мое. Ёбаное, ёбаное, брат! Браво, Игорь Додон, браво, канал «Примус ин Молдова».
Вот это счастье, вот это красота. Напоминаю вам, друзья, меня зовут Нашка Ива. Я ваш друг Дякуменкова. Пожалуйста, живите вместе, проводите время вместе. И не забывайте, хоть одну минуточку в день отдыхайте. Начинайте себе телевидение «Примулы Молдова» и просто радуйтесь жизни, так как это делает наш президент Игорь Балов! Numai lumina nu are terminare. Numai lumina se împarte și nu are sfârșit. Lumina naște lumină. Luminați-vă! Astăzi vă urăm sărbătoare luminată!